Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию ленточно-пильный станок «Шепах» модель HBS-300. Компания «Электромотор». Служит для распиливания заготовок шириной до 305 мм с высотой пропила до 175 мм. Сейчас мы более подробно покажем вам устройство данной пилы. Вверху находится регулировка натяжения пилы, сбоку находится регулировка высоты пропила, упор на столе находится сразу с линейкой, то есть вы можете менять ширину распила, какая вам нужна заготовке. Как станина? Станина здесь литая идет, достаточно качественная, я бы сказала, это профессиональный инструмент. Станина может изменяться под углом наклона. Вот здесь вот мы выставляем угол наклона. Ниже установлен двигатель однофазный на 750 Вт. И также имеется патрубок для пылесоса подсоединения. И очень важно, данная пила поставляется сразу с подставкой. То есть вы приобретаете пилу сразу с подставкой. Это очень удобно. Вам не нужно искать потом, куда ее поставить. По вопросам покупки ленточной пилы «Шепах» модель HBS-300 обращайтесь к компании «Электромотор». Пила есть у нас в наличии, как вы уже видите, доставка по всей Украине, контактный телефон в Киеве 530038.